Теперь это здание, построенное в далеком 1904 году, не узнать. Местами полностью разрушенное покрытие колонн и стен восстановлено и покрашено. Уложена новая плитка. Внутри здания хоть и царит легкая суета, а многие выставочные предметы еще не на своих местах, здесь уже встретили первых посетителей. Ремонт длился ровно год. Это непосредственно ремонтные работы. А вот теперь где-то 2-3 месяца у нас на то, чтобы восстановить экспозицию. Три помещения уже открыты для показа. С 1 сентября работает выставка, кабинет Ленина в Кремле. Это библиотека Ленина, его кабинет и зал заседаний, где мы сейчас с вами находимся. Ремонт проводился не только с целью восстановления самого здания. Благодаря перепланировке появилась возможность показать новые уникальные экспонаты, которые до этого хранились в запасниках музея. Абсолютно новая экспозиция «Коммутаторная Кремля». Когда абонент снимал трубку и говорил «Алло, барышня», он попадал именно сюда. Раньше в этой комнате был склад, а вот здесь стояла стена. Во время ремонта стену снесли, поставили двери, которые, кстати, тоже привезли из Кремля, и теперь все выглядит очень органично. Некоторые помещения поменялись местами, например, столовая и комнаты Надежды Константиновны Крупской и Марии Ильиничны Ульяновой. Очень сильно, принципиально поменялась комната Марии. В квартире Ульяновой в Кремле первоначально это была самая большая комната, еще до появления гостиной. И она делилась с помощью, вот здесь мы видим с вами на фотографиях, делилась с помощью ширмы и книжного шкафа на спальню, да, и условно гостевую зону, и кабинет Марии Ильиничны. И прежде было не очень понятно, зачем ширма, как кровать, вот диван, это очень много мебели. Вот. А теперь по метражу примерно все так же, как было в Кремле, 30 метров, большая комната. Вот. Спальную зону мы выделим, и здесь будет как раз вот гостевая зона. Все то, чего мы раньше не могли показать. Некоторые комнаты остались почти прежними. Например, кухня. Здесь тоже сделан ремонт, но мебель и экспонаты остались на своих местах. Единственное изменение – это цвет стен. Теперь они такие же, как когда-то были в Кремле, холодного голубого цвета. Также минимальные изменения в кабинете Владимира Ильича, библиотеке и в зале заседаний. Именно поэтому их первыми открыли для посетителей. В остальных комнатах вовсю кипит работа. Когда мы уезжали, у нас списки, из какого шкафа взяли, что там лежит, чтобы вернуть на то же самое место. Мы сейчас распаковываем посуду из столовой. По этому видео у нас уже часть коллекции вчера еще распаковала, вот сейчас буду продолжать. Эта комната тоже переехала, вот, и хотелось бы максимально приблизить все к Кремлю. То есть у нас сейчас стоит такая задача. Оно и раньше было сделано, да, так, чтобы был вот дух Кремля сохранить. Но сейчас у нас возможности для этого больше. Сотрудники музея уверяют, что через 3 недели все будет готово к приему гостей. Успеют ли? До открытия выставки всего ничего, а работа еще не початый край. Повсюду коробки с экспонатами и даже некоторая мебель еще не распакована после переезда. Во время ремонта часть экспозиции из музея переехала в научно-культурный центр, а часть отправилась в выставочный комплекс «Пресня» Государственного центрального музея современной истории России. Все вернулось, все уже в родных стенах. У нас порядка 53 тысяч предметов. Это включая книги, брошюры, мебель. То есть полный список – это вот порядка 53 тысяч. Чего бы нам это ни стоило, 3 ноября, 4 ноября мы откроем музей для посетителей. Но и после открытия работа здесь не будет останавливаться. У сотрудников музея масса планов, чтобы полнее и шире раскрывать перед посетителями страницы истории России. Максим Козлов, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ.